группе было работать несложно, потому что мы все хорошо друг друга знаем, и то, что мы создали вообще это трио, доказывает то, что мы изначально сплочены, и у нас изначально одинаковые вкусы и интересы, и поэтому проблем с выбором темы для видео не было. В данном видео я задавала вопросы людям, вот как ты сейчас задаешь вопросы мне, и в видео они смотрели на меня и ориентировались, ну, на то, что я говорю. В этом была моя роль. То есть ты подготовила сценарий вопросов? Нет, сценарий вопросов мы подготовили вместе, вообще, что мы будем спрашивать и так далее, но большинством своим цеплять людей, ну, просто просить их по какой-то активности, одолжении, помочь нам в съемке видео, да, мы работали над этим вместе. Мы узнали о конкурсе из Инстаграма буквально последние дня два, но потом его продлили, и у нас был больше срок для того, чтобы сделать видео, поэтому мы успели его сделать и выложили тоже. Ну, конечно, разумеется, мы рады тому, что мы заняли второе место. Это прекрасно, замечательно, но даже если бы мы не заняли, это все равно был бы прекрасный опыт для нас. Поэтому спасибо Семье ТВ за то, что предоставили такую возможность. Я бы не сказала, что что-то хочу добавить в организацию, потому что вы создали наиболее благоприятные условия для того, чтобы не вы искали творческих людей, а творческие люди сами нашли вас. И поскольку у вас все только начинает развиваться, вы сделали максимально все, что можно было, и я бы ничего не стала добавлять. Встреча прошла для нас в неожиданном формате, потому что мы думали, что мы придем, и все будет серьезно, будут серьезные дяди и тети, но в итоге мы пришли, лампово попили чай и познакомились с прекрасными людьми. И это хорошо.